зенитные установки и пулеметные расчеты совместно с артиллерией закончили свою работу по выдавливанию боевиков с центра окружения. Наступила очередь действовать танкистам и пехоте. Проверка работы стабилизатора. Вперед! Задача танкистов – нанести огневой удар по скоплениям боевиков, а пехота должна будет зачистить здание. Машины движутся не спеша, нанося удары по всем зданиям, в которых, по данным разведки, вынужденно скопились боевики.
нарушая правил дорожного движения, танк аккуратно объезжает припаркованную с краю машину. На открытом пространстве экипажи стараются не задерживаться подолгу на одном месте, чтобы не соблазнять боевиков возможностью нанести удар. Для того, чтобы не было неприятных неожиданностей, машины постоянно прикрывают друг друга. Правый борт для надежности прикрыт зданием. Не забывают о боевиках и артиллеристы. Основная часть работы выполнена, машины уходят ждать результаты разведки, чтобы при необходимости повторить процедуру. Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Марат Мусин. Анна Ньюс, Сирия.